Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». В конце августа перцы поспевают в массовом порядке. Собираем их постоянно, перерабатываем, особенно когда за окном дождливая погода, вот как сейчас. И конец августа, конечно, пора заготовок. Используются различные сорта перцев, и один из них – это хорошо мне известный сорт, единственный желтый перец, который выращиваю на своем огороде, это сорт «Гладиатор». Когда-то очень давно мне посоветовала одна опытная огородница взять этот сорт на заметку. Я его попробовал, он мне понравился, и с тех пор, уже несколько лет, его постоянно выращиваю. Этот сорт перца отличается, ну, может быть, не очень крупным размером, но он очень плотный, мощный, массивный, такой тяжеленький, довольно толстостенный и хорошего вкуса. Ну а сейчас посмотрим, как он выглядит в разрезе. Вот этот плод наиболее типичный по форме и по размеру. Бывает, конечно, он и побольше, но я думаю, будет здесь тоже хорошо видно, как он выглядит. Причем этот плод чуть-чуть не дозрел, но его вполне можно уже использовать. Вот видно. После того, как перец разрезан, сразу от него исходит приятный аромат. То есть это очень ароматный перец. Ну, может быть, не самый толстостенный, но все-таки стенки у него довольно толстые. Видно, что он сочный. Вот после того, как он разрезан, сразу выступает сок. Семян, ну, я считаю, не так уж и много. Чистить его довольно легко. Вкус у этого перца очень хороший. И смотрится он и в заготовках, и в заморозке очень хорошо. Вот этот перец предназначен для заморозки. Сейчас он будет почищен, порезан и отправлен в морозилку. А сорт «Гладиатор» считаю довольно неплохой сорт. И планирую его выращивать и дальше. Так что рекомендую огородникам взять этот сорт на заметку. Из желтых сортов, на мой взгляд, он один из лучших. Вот такой цвет у этого перца, когда он поспевает полностью. Ну, даже в технической спелости, повторюсь, он довольно вкусный. И срываем его и таким. Особенно, когда холодная погода, и перцы могут портиться, если их оставить на кусту. Ну и в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.